Всем привет! Как вы уже поняли, наверное, это вновь демо 2009 WWE SmackDown Zero. И я сейчас буду играть Tag Team Match, как и обещал давно его сыграть. Я буду играть за Hardy Boys против DX. Здесь, в принципе, вариантов нету. Либо за DX против Hardy Boys, либо за Hardy Boys против DX. Ну, это если командами играть. Можно, конечно же, и смешанные бои. Там что-нибудь, я не знаю, Харди и Майклс против Triple H и Мэтта Харди. Но нам это не надо. Так, нет, обучение нам не нужно. Продолжим играть. Да блин, отвали. И сразу набиваем лицо Майклсу. Так, ну потише сделай, то что-то орёт. Во, огонь. А так тихо очень. Ну ладно, чуть погромче сделал, пофигу. Вам, в принципе, нормально слышно, я думаю. Это для меня здесь громковато, ну и хрен с ним. Так, что-то мне пока непривычно. Да, удержание здесь по-другому. Вниз я все забываю. Давно не играл в эту демку. Ух ты, сейчас было неплохо. Опять неплохо. Так, L1, L2, сигнатура. Блин, я забыл уже все вообще. Вставай здесь по-другому еще. Ах, черт. Ау. Опа, это что это было? Это как-то неожиданно я залез. Быстро очень. Ну, отлично. Дропкик. Опа, удар по яичкам. Поднимаем. Нет, хотел поднять я Triple H, но я не знаю, как поднять. Вот так, наверное. Нет, это удержание. Блин, да что ж такое, я не могу привыкнуть. Вот у меня сигнатура, но как ее сделать-то? Точнее, какая она сигнатура здесь у Джеффа Харди-то? Блин, что-то я прыгаю. Не могу попасть, да? Вот это, наверное, сигнатура. Да, сигнатура, вот она. Вот такая вот. Здесь дофига можно сигнатуру этих делать. И очень быстро причем. Так, теперь будем Мэттом Харди избивать Трипл-А еще. Ау. По лицу досталось. Германский суплекс, неплохо. За Харди болеют зрители. Так, по идее это финишер, да, насколько я знаю. И так, блин, сейчас тогда в наш угол и сделаем командный финишер с Джеффом Харди. Вот так вот он выглядит, вся эта комбинация. Бах, Twist of Fate. И по идее должен сейчас Джефф лететь с Вентенбомбом. С Вентенбомбой, но почему-то его нет. Он, наверное, пошел избивать Шона Майклса. Я не знаю, почему не хардевская движуха сейчас была. Но не знаю, все равно нормально получилось. Передам я тег Джеффу, только где он? Джефф! Во, отлично. Дропкик. Блин, не попали. Снова побьем лицо Майклсу. Отлично, и он встает. Резко у него сейчас возможность провести мне Switching Music, но я не дам. Потому что я набью ему еще раз лицо. В принципе, я могу сделать свой финишер. Так, нужно нам в угол только. Ух, вот так еще может сделать Майклс, но не делает. Да блин, где же ты там, Джефф? Ой, в смысле Мэтт. По яйцам снова и пропал у нас финишер уже. Элбоу дроп. Здесь как-то движуха вся быстро идет. Просвечивающая задница рефери сейчас была перед нами. Элбоу дроп, но не долетаем. Да и Майклс, по-моему, колено выставил, типа. Во! Да блин. Да что ты. Во! И. Ну, почему финишер нельзя? Не пойму. Ладно. Сейчас накопим тогда.
заново. Во, сейчас я залезаю на трубаку и делаем Свентон Бомб. Ба, отлично. Стульчик взять надо бы. Опа. А нас дисквалифицируют, наверное. Хотя, похер. Ну, я не знаю, может и нет. Ау, ох ты, какое удержание неожиданное. От Шона Майклса. Вот это мне не нравится в этой игре, что можно... вот как-то вот сворачиванием там сделать удержание. Ну, в смысле, нестандартным. А, блядь, дисквалифицировали меня. Действительно, ну ладно, рематч нажимаю сразу. И продолжаем избивать Шона Майклса. Нас ударил. Так, крущем руку. Слипер. Ну или нокбрейкер, все правильно. Снова нокбрейкер. Вот так вот можем прыгнуть, но Майклс подбежал к нам ближе и не удалось нам попасть на него. Передаем в атаку Мэтту. Есть сигнатура. Сейчас сделаем сигнатуру, и это... Что же за сигнатура-то? Во! Ах, блин, высвечивалось, но уже нет. Потому что Трипл может сделать нам педигри сейчас. У него он был финишер написан. Но он этого не сделал. Вот так вот здесь можно сделать. Вот действительно. Ух ты, Трипл вдарил Джеффу Харди. А, блин, хотел так передать. Не то вышло. Армдрак. Бульдог. Чуть быстро встает Трипл Эйч. Очень даже. Выкручиваем руку. Дергаем вот так, как в туалете. И, ну, давай, сигнатура. Ну, где же ты? Вот, сигнатура. Отлично. Не видно нам, что там поднимает Харди. Ну, наверняка хардкор, типа, и так далее. Так, Джеффу отдаю. Дропкик. Снова хардкор. Ах, не попали. Вот. Выкручиваем ножичку. Элбоу дроп. И сделаю я сигнатуру. Сигнатура, наверное, Twist of Fate. Сначала вот так вот. Опа. И удержание. Мешает Майклс, точнее, спасает Трипл Эйча. Ну, блин, да где же ты сигнатура-то? Ну, она есть, в принципе, у нас, но почему-то она не высвечивается. Я не знаю, почему. Снова сейчас я прыгну так же, но удержание я сам уберу. Станем кроссбади какой-то. Можем вообще Свентон Бомбу прыгнуть, и я это сделаю. А, отлично, Свентон Бомб. Ну, у нас еще и финишер не пропал. Ой, в смысле, сигнатура. Поэтому сейчас подловим Трипл Эйча. Ну, блин, долго. А, ну я понял, наверное, что нужно сделать. Только надо вспомнить, как поднимать здесь. Во. Только немного не то. Так, так, Майклсу. Сделаю я сейчас сигнатуру. Вот, нужно развернуть Майклса. Так, а как здесь разворачивать-то? Блин, совсем немного не то, как в 2011-м. Блин, а как же? Ну, это посадить, это не то. Ну, ладно, сделаем тогда суплекс. А я хотел сделать сигнатуру. Может быть, сейчас нормально? Нет. Не то. Болеют снова зрители за меня, за Харди. Ау, чоп. Ух ты. Во, подняли. Ариш вип, но не туда, куда я хотел опять.
Да блин. Все затрепало, еще втянусь. Ой. Чуть-чуть не то я хотел сделать. Совсем не то. Вот Майкл сможет нам сделать Switching Music. Но я не дам ему это сделать. Не хочу я Switching Music. Удержание даже можно стараться не делать, потому что реф сейчас встанет. Давай, я сигнатуру хочу сделать. Во, сигнатура. А чё он так, блин, Майклс быстро ушел. Вот, сигнатура и вот эта сигнатура опять. Разбили мы лицо Майклсу, вот что. А там Мэтт избил Трипл Эйча. Отлично, elbow drop сделаем. Ае, и Свентон Бомб. Здесь очень быстро копить на финишеры и на сигнатуры всякие. Так, поднимем Майклс и... Давай. А, блин, вот была... Был финишер сейчас. Вот сделаю я его... Блин, не сделаю. Так. Я хочу сделать команды прием с Мэттом. Во! Во! Отлично. Вот сейчас будет то, что я хотел первый раз. Вот Twist of Fate. Зеркала у нас разбили. Си, Свентон Бомб. Только наоборот нужно было... Наверное, нам встать. Точнее, я должен был быть Мэттом и передать тег Джеффу. Потому что Twist of Fate делает обычно Мэтт, а Свентон Бомб, конечно же, Джефф Харди. Сейчас тогда попробуем сделать так, чё. Нет, это обычный финишер Мэтта Харди. Другой вот, вот этот вот. Отлично. Я хочу все-таки передать Джеффу и сделать им обычный Twist of Fate. Ух ты! О, Майклс неожиданно сворачивание делает. Вот такого еще не было. Фух, я аж вырываю. Я... Ну не аж, а я вырываюсь, короче. Так, четко. Но это было неожиданно. Показывали лицо Майклса, я думал, что сейчас произойдет. А он по нежданчику нам сделал... Сворачивание. Вот сейчас делаем Twist of Fate. Бах! Ну и делаю я удержание. Почему-то Мэтт валялся. Ух ты! Можно побазарить с судьей, типа, ты чё, гонишь, три было. Ну, в общем, ладно, Майклс вырвался. Elbow drop. Отлично. А чё, Triple H ушёл куда-то? Его выгнали, что ли? А нет, это Мэтт был там, гулял. Что-то я слишком много сделал elbow drop'ов. Снова по яичкам. Итак, Мэтту. Neckbreaker. Вставай, Майклс. Сейчас будем тебе делать командный прием опять. Ну, блин, это опять финишер обычный Мэтта Харди. Twist of Fate, Стурмбаттлы. Насмехаемся на Трипл Эйч. А что это Майклса там за огонек горит? Submission, ой, Hot Tag, да, это Hot Tag. У него есть возможность передачи Hot Tag. Так, что можно сделать-то, я даже не знаю. Тейкдаун. Поднимаем Майклса к нам в уголок. И ждем надписи. Так, Team Finisher. Вот, вот теперь все как должно быть. Twist of Fate от Мэтта Харди. И Свентон Бомб от Джеффа Харди. И сразу делаю я удержание. Раз, два... Ага, Майклс-то вырвался, смотрите. Снова давим на судью. Здесь хотя бы другой, а не тот, что в 2011.
2011 с Макдональдс Зеро. Ну и ладно, отлично даже. Так, сделаю Свентон Бомб. По-моему, уже я всем показал все, что можно этими персами. Майкл сможет передать, конечно, хот-тек. И у нас будет интересненько. Ну, жаль, стульями нельзя. Ну, можно, конечно, но я не убрал просто дисквалификацию. Вот почему нельзя. Так, сделаем тогда сабмишн. Ой, не сабмишн. Да, блин, что же мне сабмишн? Сигнатуру сделаем. Такая вот сигнатура. Вновь. Хотя я думал, какой-то там дропкик. Тумбакл, дропкик, или как он там называется, в общем, когда Харди делает дропкик. Вот так вот можем еще сделать. Сейчас попробуем в другом углу. А, вот что-то другое, это просто мы кинули Майклса сюда и сделали элбоу-дроп. Не думаю, что это была сигнатура. Так, Майклс пытается что-то сделать, перехватить инициативу, точнее. А, ну, наверное, чтобы провести эту сигнатуру, которую я думаю, нам нужно завалить Майклса, точнее, посадить его в угол. А может быть, это и на финишере стоит, сейчас посмотрим. Хотя нет, не может же быть тут три финишера. У нас сигнатура зато может быть, вот это опять. И тогда залезая делаем Twist of Fate. Ой, Свентон Бомб, я уже все перебрал и делаем удержание. Раз, два, три. Все, Майклс уже бессилен, Трипл Эйч не может ему помочь. И явная доминация Харди Бойс. Нам ничего не смогли противопоставить. И такой вот получился бой. Я думаю, хотя я не знаю, что тут думать. В принципе, я показал все, что можно. Кому понравилось, кому не понравилось. Короче, вот смотрим за радостью Харди Бойс, танцульки в исполнении Джеффа, растопыривание пальцев в исполнении Мэтта и музычка Харди Бойс, под которую только так и нужно дэнсить. Ну, в общем, такой получился видос. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.